Сегодня у нас появился свой отечественный продукт, соответствующий самым разнообразным запросам своих владельцев. Это результат нового этапа сотрудничества с компанией «Масвичай». Наступает торжественный момент, когда мы открываем завесу тайны. Это не просто коммерческий автомобиль, а по-настоящему профессиональный инструмент, который открывает новые возможности для бизнеса, для перевозчиков, транспортно-логистических компаний и ритейла. Каждый год прибавляет в копилку Минского автомобильного завода новые модели грузовой, пассажирской и специальной техники. Начав с производства грузовиков и самосвалов среднего и тяжелого класса, МАЗ сегодня входит в число крупнейших производителей седельных тягачей, строительной, прицепной и коммунальной техники, пассажирской техники и техники специального назначения. Теперь пришло время дать старт новому проекту, освоению нового сегмента в классе до 8,5 тонн. Они надежны, им не впервые покорять дороги мировые, награды приносить стране в подарок. На ралли от Парижа до Дакара награды приносить стране в подарок. На ралли от Парижа до Дакара награды приносить стране в подарок. На ралли от Парижа до Дакара.